Военные патриотические песни, которые вдохновляют людей на подвиги. В Доме культуры микрорайона Ферсановка праздничный концерт в поддержку участников спецоперации. На сцене химкинские композиторы-исполнители. Еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый. Строки, которые вызывают гордость за Россию и, конечно, за тех, кто сегодня сражается на поле боя, отстаивая независимость нашей страны. В числе гостей – семьи участников спецоперации, жители и гости Химок. Для них исполнили и две премьерные песни. Мы также планируем выпустить альбом, где войдут все наши песни, которые мы напишем в течение этого года. А сейчас уже в работе есть уже еще несколько песен, которые скоро тоже мы запишем на студии. Участникам спецоперации важно, что их поддерживают, про них не забывают. И необходимо всегда повторять бойцам, что с ними целая страна, отметили на встрече. Наши бойцы всегда нас благодарят за то, что мы помогаем всем, чем можем. И наше население... Население наше сильное, русский человек очень сильный, потому что он действительно понимает беды и горе каждого из нас. Сегодня активисты, волонтеры и все неравнодушные жители городского округа помогают нашим бойцам. Для тех, кто сейчас находится в зоне спецоперации, регулярно собирают гуманитарную помощь. Только за этот год на фронт отправили более 300 тонн. Анастасия Кравцовская, Вильфред Димковский, новости Химки ТВ.